Итак, всем доброе утро, и сейчас я открываю свой ноутбук для того, чтобы начать монтировать новое видео. Вы видели кадры, как проходит мое реальное утро перед учебой, и, в принципе, мне кажется, так плюс-минус проходит каждое мое утро. А что я успела сделать? Да, в принципе, особо ничего, только проснуться, умыться. Это у меня заняло достаточно много времени, потому что я плюс снимала, но обычно это у меня занимает минут 30. Вот, так что сейчас я уже готова делать какие-то свои дела, так как сегодня у меня учеба не там не с 8, не с 9. Так что есть время для того, чтобы смонтировать сегодняшнее видео, которое выходит сегодня. Вчера я его не успела смонтировать, так как я делала какие-то уроки, плюс отдала предпочтение игре в Sims. Поэтому сегодня я, так скажем, отдуваюсь за вчера и должна смонтировать это видео. У меня на это где-то есть, ну, наверное, чуть больше часа, и я думаю, что я успею, потому что хотелось бы смонтировать именно все сейчас, а не вечером, когда я приду с учебы, так как будет немножко поздновато, и хотелось, чтобы видео вышло пораньше. Кстати, импортирую все с другого телефона, потому что я снимала на другой телефон, так как я снимала видео, в принципе, там, связанное с играми на телефоне, но вы уже его видите, оно будет предыдущее на канале. Сейчас я все импортирую и начинаю монтаж, и дальше у меня сегодня, знаете, такое настроение, что хочется красиво выглядеть, и сейчас погода это позволяет, поэтому хотела сделать сегодня такой прикольный образ, вам покажу, и также надеть свое пальто. Меня иногда удивляет тот факт, что год назад я не могла себе позволить такое спокойное утро, потому что, во-первых, у нас была учеба в школе, но она плюс-минус начиналась одинаково, вот, ну там, мне кажется, край это был 10 часов. Я была ЕГЭ, что самое главное, и каждую свободную минуту я уделяла, естественно, не своему ютубу, не своим каким-то соцсетям, и, естественно, какой-то обычной учебе я уделяла это время ЕГЭ. Но сейчас, слава богу, такое понятие уже не то что забыто, но оно пройдено. Так что можно жить спокойно и делать то, что мне нравится. Только что добавила все файлы и начала монтаж потихоньку. Теперь я вам не буду показывать, как я что делаю, потому что мне нужен мой телефон для озвучки, на который я снимаю. Когда у меня идет какая-то озвучка, я все это озвучиваю на телефон, пишу просто на диктофоне. Кстати, ребята, сейчас я читаю книгу Мирославы Чайки, которая называется «Элитная западня», и идет она в двух томах. Первая часть называется «Чужие тайны», и прочитала я, кстати, очень быстро, несмотря на то, что здесь, ну, примерно 370-360 страниц. И вторая часть также у меня есть, она называется «Сокровище Гериона». Не могу, конечно же, не отметить обложки этой книги. Очень стильно смотрится, ну и красивые такие иллюстрации. Кто помнит, примерно 3 года назад я уже читала книгу этой писательницы, она называлась «Союз Стального Кольца». Книга захватила меня, и я с нетерпением ждала продолжения, и в «Элитной западне» есть уже полюбившиеся мне герои. Давайте сейчас немножко расскажу, о чем эта книга. Это книга о студентах элитного факультета, все они мечтают попасть в тайное студенческое общество. Один из героев ради заветного приглашения даже притворится сыном миллионера и соблазнит девушку, которая уже получила приглашение. Но фиктивный роман обернется большой любовью, а желанное общество настоящей западней. Также в книге будет много о Петербурге, предметах искусства и студенческих буднях. Еще мне очень понравилось, что в книгах присутствовали иллюстрации, и получается, когда вы читаете, вы можете представить, как выглядели герои и в каких обстоятельствах они находились. И это правда классно, я прям залипала на некоторых картинках, рассматривала очень подолгу их. Я уже успела прочесть первую часть и хочу отметить, что мне очень понравилась линия с тайной организацией, она получилась непредсказуемой и увлекательной. И на протяжении всей книги я как будто переживала те события, которые происходили с героинями. Вы наверняка знаете, что сейчас я учусь в университете, и мне бы хотелось, чтобы моя жизнь была такой же насыщенной и интересной. Книга, кстати, читается легко и быстро, потому что во время чтения мне всегда было интересно узнать, что будет происходить дальше. В ближайшее время я обязательно приступлю к прочтению второй части, так что всем, кто ищет что почитать, я рекомендую книгу Мирославы Чайки «Элитная западня». Я уже покушала, перекусила и сейчас буду делать макияж. Мне выходить примерно там через 10 минут, может быть 15, но 15 тоже много. Кстати, сегодня всего у меня 2 пары, это физика и математика, и так выглядит примерно каждый мой понедельник. Там, конечно, чуть меняется расписание, но в целом это физика и математика. Обе лекции, знаете, потом рука устает немножко писать, потому что и там мы очень много пишем на физике в последнее время. У меня уже тетрадь практически закончилась. Но она точно, мне кажется, не доживет до конца года, хотя, может, впритык хватит. Кто не знает, еще недавно моя мама начала свой канал на ютубе. И, если интересно, ссылочка есть всегда в описании. Меня удивил тот факт, что не все еще это знают, но я всегда ее уговаривала создать канал.
Я знала, что она интересный человек и что ее будут смотреть, но постоянно находились какие-то отговорки, чтобы не создавать канал. И так все тянулось, и тут в один момент как-то вот так получилось, что вот мама создает канал и начинает снимать видео. Мне кажется, удивились абсолютно все там, начиная от моих каких-то друзей, заканчивая моими зрителями. Теперь вы можете следить немножко за моей жизнью через канал мамы. Все равно это выглядит немножко по-другому, потому что я не говорю, что разный человек там и там, но когда на меня смотришь со стороны, я, возможно, как-то открываюсь по-другому. В общем, если вам интересно, то обязательно заглядывайте и поддержите мою маму, потому что она очень старается. Кстати, еще в телеграм-канале вчера делала рубрику «Вопрос-ответ», где отвечала на вопросы, которые вы мне задали в комментариях. Было, конечно, много однотипных, но были интересные, на которые я и ответила. Так что, если вам интересно, можете зайти. Я считаю, что такие рубрики нужно делать как можно чаще, потому что лично я, когда у блогеров вижу такие рубрики, всегда залипаю, смотрю, как они отвечают на вопросы, особенно когда какие-то вопросы такие развернутые, где можно порассуждать. Очень интересно, что думает по этому поводу человек или что он ответит. А вот, просто получше узнаешь человека, это очень классно на самом деле. Пока у меня сейчас есть время поболтать с вами перед учебой, недавно в телеграм-канале мне вышел пост, где я была в этой кофте, и меня просто закидали подписчики вопросами, откуда она у меня, поэтому решила с вами поделиться. В общем, это такое zip-худи с моей именной буквой А, она еще плюшевая, такая очень милая, синего цвета. Заказывала я это в инстаграм-магазине Dissima. В общем, ссылочку на их инстаграм я обязательно оставлю в описании. Там у них есть не только худи, у них есть там свитшоты, футболки. В общем, много что мне там приглянулось, но решила заказать именно вот эту вот zip-худи. Она мне очень понравилась. Здесь есть капюшон, и внутри она очень такая из приятного материала. Поэтому такая небольшая рекомендация от меня. Я уже завтра думаю пойти в этой кофте вместе с джинсами на учебу. Будет классный образ. Кстати, раз уж сегодня зашла речь о книгах, о чтении, а вообще, в идеале, я бы хотела читать больше гораздо и читать также с утра. Мне кажется, что, особенно если проснуться раньше, там, буквально на полчаса, на 40 минут, за это время можно и почитать, и узнать что-то новое. И как бы всегда появляются какие-то отговорки, или всегда ты просыпаешься с утра, либо откладываешь будильник, либо появляются какие-то другие дела. У меня бывает иногда такое, что я просыпаюсь и понимаю, что мне нужно что-то доделать по какому-то предмету, или я предпочитаю повторить что-то перед практикой. А также немножко хотела вам рассказать про университет. Вы меня спрашивали про учебу, и вот почему, например, сегодня я могу себе позволить такое, то, что у меня очень долгое утро, и мне практически там к 12 дня на учебу. А вообще у нас расписание плюс-минус нормальное, но мне нравится в этом семестре. У нас убрали субботы, и теперь мы не учимся ни в одну из суббот. И это не может не радовать, так как до этого мы учились либо до часу, либо до трех, но когда ты учишься в субботу до трех, это не очень хорошо, так как все-таки хочется отдохнуть, а по сути суббота уже уходит, пока приходишь домой, пока кушаешь уже, ну, буквально 5 часов, и все. И суббота, как бы, она уже практически закончилась. В этом плане мне очень нравится. Также, как мне кажется, у нас довольно-таки легкий вот этот второй семестр, несмотря на то, что появилась физика, несмотря на то, что есть все-таки математика, я бы не сказала, что это прям дико сложно. По мне, так было бы сложно, если бы было, например, 5 физик, ну, только разных предметов, вот. А так, и сложности реально только физика, математика, и, в принципе, их довольно-таки много в расписании, но остальные предметы прям очень легкие. Например, по одному предмету, связанному с программированием, я уже сдала все работы до конца года, чтобы вы понимали, вот, и могу не ходить. Так что посмотрим, что будет дальше. Пока что конкретно в моем университете в этом семестре нет ничего такого сложного. В третьем семестре добавится такой предмет, это в следующем году уже, как история, философия, по-моему, с четвертого либо с третьего. Вот это я не особо жду, если честно, потому что тогда будет еще физика, будет матанализ и добавится предмет. Я же говорила, что я хочу трудностей, но я хотела бы трудностей, связанных с моей специальностью, а не трудностей, которые мне вообще не пригодятся. Поэтому обязательно буду вас держать в курсе дела, обязательно буду снимать влоги также с учебы, чтобы вам все показывать и рассказывать. Yeah.
Вот какой у меня получился образ. Я делала вот эту рубашку, полоску. Кому интересно, это Zara, покупала достаточно давно, можно сказать. И вот эти вот джинсы синие, мои любимые, уже без дырки. А еще надену свое пальто и также Nike. Так что да, возможно, я вам покажу полный образ, но вот так мне тоже очень нравится, потому что у нас очень жарко в университете, и это будет прям идеально, потому что сегодня будет 16 градусов где-то. А там просто духота невозможная, футболки вроде бы холодные, но в этом мне должно быть идеально. Тут я уже ехала на учебу, всем спасибо за просмотр и всем пока!